Сильный пожар в центре Сиднея. Пламя охватило большое семиэтажное здание. Спасательные службы в срочном порядке эвакуировали жителей соседних многоквартирных домов. Пожарные спасатели и полиция Нового Южного Уэльса приложили большие усилия, чтобы на ранних стадиях эвакуировать людей из округи. С радостью сообщаю, что никто из общины не пострадал. Горело здание заброшенной шляпной фабрики. Оно находится недалеко от центрального железнодорожного вокзала Сиднея. В какой-то момент произошло обрушение. Стены здания рухнули прямо на улицу. К тому времени квартал уже оцепили, и людей там не было. Потом вырвался огромный столб дыма, и вся стена просто рухнула. Грохот был очень сильным. И потом было много дыма. Звук был очень сильным. Земля тряслась. Вскоре после того, как мы сюда приехали, стена обрушилась на землю. Пожарные стояли в стороне, так что все хорошо. Вроде бы это было пустое здание. Пламя частично перекинулось на соседние здания. В тушении огня принимали участие 120 пожарных и 30 единиц спецтехники. В итоге пожар удалось локализовать. В районе, где случился пожар, временно остановили движение легкорельсового транспорта.